наращиванию террористических угроз, и в этом плане ближайшие неделя-две будут очень серьезными. Сегодня они нам в лицо плюют и заявляют, да, это мы, и продолжим действовать так и дальше. А на Москве еще не день, то... Совсем неспокойно, и с каждым днем все тревожнее и тревожнее. Російські пропагандисти самі ж в паніці і недоумінні. А що ж відбувається? Все нормально, каже Путін. Спецоперація йде по плану. В Білгороді вже розвішені жовто-блакитні флаги. Але щоб відвернути увагу від цієї інформації, Кремль вирішив провести свою спецоперацію. Видав нове, нікому не цікаве інтерв'ю бункерного. Срочне, действительно важливі новини. Росія готова ядерной войне. В крайнем, естественно, случае, но ядерная триада готова. Заявил, что если у Запада нет красных линий по отношению к России, то и у России их больше нет. Готовы на все. Появление натовских войск на Украине будем считать интервенцией. А переговоры легче вести с дураком, у которого нос в табаке, говорили на Руси раньше, а теперь нос в кокаине. Так сказал президент Путин, имея в виду, очевидно, бывшего комедианта Зеленского. Но разговаривать придется не с ним, а с умными и коварными, с Западом. И здесь тоже важно. Путин сказал, что больше никому не верит на Западе и не прекратит огонь лишь на том основании, что у врага вдруг закончились боеприпасы. Это было бы просто нелепо. Много важных заявлений в интервью моему коллеге Дмитрию Кисельову. По суті, нічого нового Путін не сказав, але він думає, що знову увесь світ своєю ядеркою налякав. Самое грозное, чего испугался весь мир, российская ядерная триада современнее любой другой на планете, заявил президент и сказал, что Москва готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства. Ну, то есть зачем ядерное оружие, если оно не готово к применению? Оружие существует для того, чтобы применять. У нас есть свои принципы. Они о чем говорят? Что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства. Еще раз, оружие нужно, чтобы его применять. Зачем такое оружие, если оно не готово? Поэтому наша ядерная триада, ну, конечно, готова. Те, що Путін хворий на голову, ні для кого не секрет. CNN повідомляло, що Сполучені Штати Америки наприкінці 2022 року навіть розробляли план дій у разі можливого ядерного удару Росії по Україні. За даними журналістів, у Вашингтоні були впевнені, що після відступу з Херсона у серпні 2022-го Москва була готова застосувати тактичну ядерну зброю. Але ефективно спрацювала залаштункова дипломатія. А все-таки от в трудні моменти, я знаю, прошлого року на фронті в зв'язку з Харковом або Херсоном не мелькала у вас мисль о тактичному ядерному оружі? А зачем? От, несмотря на те, що це ж... По предложению тогдашнего командования этой группировкой с нашей стороны было принято решение о выводе войск из Херсона. Но это совсем не означало, что у нас там фронт разваливается. Ничего подобного и близко не было. Конечно, не разваливался. То, мабуть, просто так оккупанты сделали жест доброй воли. Президент не сказал ничего нового. Вот, он просто констатировал совершенно очевидные зря факты. Так. Вот тактическое ядерное оружие. Ну, действительно, зачем применять тактическое ядерное оружие на территории Украины? По своей территории, тем более по Херсону. Это наша территория, она по конституции наша. Мы что, применяем, так сказать, ядерное оружие, а потом в течение десятилетий боремся с радиоактивным заражением местности? Ну, глупость, конечно, очевидная глупость. Президент там хвастается. Ну, правильно, а почему не похвастаться? Потому что мы... На секунду, но не обязательно же, выходя из Херсона, бить по Херсону. Можно же по городу Киев? Ну, о Киеве речь не шла, все вот говорят... Они рассуждают, что Путин был в ярости из-за Харьковской области и хотел ударить по Украине. Ну, то есть не обязательно по Харьковской области, по своей. Ольга... Можно по Львову.
А ця чорнорота Скабєєва так і хоче ядерну війну влаштувати. З воєнної точки зрения применять тактическое ядерное оружие по территории, по объектам, где, которые мы можем спокойно поразить обычными средствами поражения, то, что наша триада, то, что мы американцев опережаем где-то на 5-7 лет, они все время сдвигают вправо и свои, так сказать, межконтинентальные баллистические ракеты уже на 35-й год, и лодки у них не в том темпе спускаются, с самолетами проблемы. 100 этих Б-21 хотят к 30-му году построить, хотя уже осталось 5 лет практически, они только один прототип подняли в воздух. А вспоминая программу F-35, которая уже стоит 1 300 000 000 000, никогда такой программы не было. 10 лет уже на вооружении, никак не могут, только вот сертифицировали его под ядерные боеприпасы, и никак не могут все недостатки исправить. Поэтому президент, а то, что президент сказал, что мы готовы, да, мы готовы. Военно-технически мы готовы. Психологически это уже вопрос второй. Вот, помимо этого, конечно, вот то, что касалось ядерного оружия, то действительно наш президент говорил о том, что общеизвестные факты, почему он говорит общеизвестные? Секрет раскрыло вот издание «Политико», да, которое вдруг раскрыло подробности вот той реакции, которая шла вокруг тактического ядерного оружия. Помните, Европа обсуждала, что что-то она сделает, мы тактическим ядерным оружием. Там танки пошлет, леопарды, сотрем всю Европу в ядерную пустыню. Там даже круче выступила газета «Нью-Йорк Таймс», которая со ссылкой на американскую разведку сообщила, что в какой-то момент Путин, ну, имея в виду Харьковскую область, когда были очевидные неуспехи на фронте, принял для себя решение применить тактическое ядерное оружие. Все было готово, осталось нажать кнопку «Пуск», и вот американцы планировали свой ответ. Ну, то есть... Да, начало ядерной войны было смоделировано. Смоделировано. А у нас, кстати, квазипатриотические ресурсы, которые называют свидетелями ядерного апокалипсиса, требовали нанести ядерный удар по банковой, там, еще куда-нибудь стереть, что-нибудь прям показать. Но вот «Политико» раскрывает очень интересный такой аспект, что когда все это обсуждались и когда обсудили, они пришли к следующему выводу, что если Россия применит тактическое ядерное оружие на Украине, то Запад ответит не ядерным оружием. Не ядерным. То есть уже тогда, еще в 22-м году, они понимали, что с нами играть в ядерную войну, это очень опасно для них. Що стосується статті у The New York Times, то журналісти і «Правда» також писали, що у жовтні 22-го року Сполучені Штати всерйоз готувалися до можливого ядерного удару Росії. Перехоплення свідчили, що росіяни на найвищому рівні профільних підрозділів обговорювали логістику використання зброї на полі бою. У відповідь Штати обговорювали можливу неядерну відповідь. І щоб запобігти цьому, Сполучені Штати зверталися до лідерів Індії, Китаю та Туреччини, а також організували зустріч директора ЦРУ Вільяма Бернса і голови Служби зовнішньої розвідки Нарішкіна. «Я чітко дав зрозуміти, що для Росії це матиме явні наслідки. Нарішкін клявся, що він зрозумів і що Путін не збирався застосовувати ядерну зброю», – сказав Бернс. «Але ж ми то з вами знаємо». Путіну довіряти, себе не поважати. Тож навіть у питанні ядерної зброї не можна нічого виключати. Я теж сподіваюся, що все-таки готовність технічна, політична к ядерної війні не означає необхідності її початку. Здесь многое уже зависит не от нас, безусловно. І ми розуміємо, що якщо країни Запада по-прежнему будуть так безответственно відноситися к нашей стране, то можно очень быстро добежать до конца по лестнице эскалации. Если продолжать дергать тигра за усы, то действительно, рано или поздно может произойти непоправимое. Но Путин, как ответственный политик, прекрасно понимает, что за этим последует. Именно поэтому я согласен, что его слова означают уже попытку по-настоящему заставить Запад задуматься, потому что мы подошли к очень опасной черте. Пропагандисти з усіх сил намагаються навести страху, малюючи апокаліптичне майбутнє у випадку доведення Росії до останньої краплі. А тут ще й Німеччина вирішила привести у готовність свої ракети «Таурус». Як підкреслює Вельт, таке рішення відкриває перед урядом у Берліні нові можливості для передачі озброєння Україні. Путін такого явно не очікував. По мнению нашего лидера, все обсуждения возможной передачи таких ракет или, не дай бог,
разговоры об уничтожении Крымского моста – плод немецкого вооружения. Ну и вообще, обстановка на поле боя «Таурус», любое оружие – американское, британское или французское – поменять не способно. Ну а Берлину надо хорошенько подумать. Путин сказал это вежливо, но прозвучало максимально. Фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых. Во-вторых, нас стараются запугать. Но там существует, что касается ФРГ, там существуют проблемы конституционного характера. Они правильно же говорят, а если эти «Таурусы» попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией, это нарушение Конституции Федеративной Республики Германии. Дело в том, что оппозиция-то там в ФРГ, она ведет себя еще более агрессивно. Посмотрим, для чего они договорятся. Мы так внимательно следим за этим. Ну, применяют же эти английские, американские ракеты. Это же не меняет ситуацию на поле боя. Да, они просто наносят нам, конечно, ущерб, это очевидно. Но оно, по сути, это не меняет хода бойових действий. Ось так само Путін сказав і про можливе відправлення військ НАТО в Україну. Теж хода бойових дій не міняє. Але видається мені, що Путіна це ой як пугає. Воєнні західних країн присутствують в Україні вже давно. Ще до госпереворота присутствували, а після госпереворота їх кількість кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и в прямом виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуацию на поле боя. Это самое важное. Так же, как ничего не меняет поставка вооружений. Тож, дорогі наші партнери, не соромтеся, не стримуйте себе в допомозі Україні. У Путіна все рівно це нічого не змінить, а нам допоможе. Вот этот вот конкретный террорист с тем, что они планируют, как они выражаются, деоккупацию Крыма. Вот некто глава ГУР Украины Буданов. Его спрашивают, кстати, про меня. Молодой, амбициозный, отлично подготовленный, лично участвовал в ряде диверсионных операций на территории российского Крыма. Наші дії у Чорному морі – це підготовка до серйозної операції в Криму, заявив голова української розвідки Кирило Буданов. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули, розповів очільник ГУР у документальному фільмі «Війна за море. Від Дніпра до Криму». І, як завжди, своєю заявою розірвав ефіри російських пропагандистів. Буданов дійсно тільки що заявив, що в найближче час усиляться атаки на российский Черноморский флот, он это связывает с тем, вот этот вот конкретный террорист, с тем, что они планируют, как они выражаются, деоккупацию Крыма. Мы пытаемся прощупать маршруты поставок и потребления того оружия, которое прямо сейчас доставляют до российского Крыма, чтобы в назначенный час, сказал, что это произойдет в ближайшее время, ударит по полуострову. По полуострову что-то обязательно ударит, а точнее по Крымскому мосту. Так вот у нас все идет по плану. Власти ждут ударов по Крымскому мосту и большим городам. Сегодня они нам в лицо плюют и заявляют, да, это мы, и продолжим действовать так и дальше. Та поки ж ми очікуємо на позитивне рішення щодо далекобійних ракет, окупантам не дають спокою дрони. Атаки українських морських БПЛА на російські кораблі у Чорному морі стали величезною проблемою для так званої Росії. Тож, хоч щоб якось врятувати ситуацію, там вирішили поміняти командувачів. У відставку відправили головнокомандувача військово-морського флоту адмірала Миколу Євменова. Нового адмірала замінили на другого, і в основному це зв'язано з тим, з провалом і з великими проблемами в Чорному морі.
Тож тепер тимчасовим виконувачем обов'язків призначили колишнього командувача Північного флоту Олександра Мойсеєва. Сумніваюся, що це якось допоможе росіянам, але не будемо поки їх засмучувати. Хоча ні, будемо. Як пишуть деякі російські воєнкори, є очень плохі новини. У мережі повідомили про ймовірну демілітаризацію зет-воєнкора Єгора Гузенка, більш відомого під позивним «13-й». Хочу пожелать всем крепчайшего здоровья, и чтобы на каком бы концу света вас не носило, вы всегда возвращались домой к своим семьям живыми, здоровыми и невредимыми. Командувач повітряних сил Микола Олещук показав відео удару по ворожому судну, яке стояло на мілені біля берега. За даними осінт аналітиків, на лівобережжі Херсонщини. Кажуть, що там був російський пункт управління. Состояние морально-психологическое, депресивное. Не надо печалиться. З іншого боку, у російському командуванні будуть лише раді. Бо 13-й постійно нив і критикував старше військове керівництво РФ. Як досі його терпіли, не знаю. Тож хай хіба подякують. Хоча я не здивуюся, якщо і тут вони звинуватять у всьому Буданова. Бо Соловйов вже, наприклад, розпереживався, що може бути наступним. От некто глава ГУР України Буданов. Його спрашивають сьогодні про мене. Значит, когда вот этот недоносок что-то там заявляет, мне как еврею-антифашисту было бы странно, если бы этот нацист не мечтал о моей смерти. Я просто хочу, чтобы наши вернулись к методам работы, которыми всегда славилась советская власть. Чтобы мы реализовали рецепт президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Как надо разбираться с террористами. Чтобы вот это слизкое существо находился в России, в мешке, и предстал перед судом. И свежее заявление Буданова. Они переходят все сильнее к такой асимметричной войне, то есть наращиванию террористических угроз, и в этом плане ближайшие неделя-две будут очень серьезными. Они отдают себе отчет, что дестабилизировать ситуацию не удастся, повлиять на граждан не удастся, но создать некие информационные поводы, которые они будут затем мусолить несколько недель и у себя, и на Западе, безусловно, они это делать будут. Молодой, амбициозный, отлично подготовленный, лично участвовал в ряде диверсионных операций на территории российского Крыма. В этом плане господин Буданов – это профессиональный террорист, профессионал своего дела, надо признать. Человек с креативным, нестандартным мышлением, молод. Але бісить тепер пропагандистів-терористів не лише голова ГУР Буданов. Не дає їм досі спокою і президент Франції Еммануель Макрон. Храбрий Макрон, як сообщает Єлісейський дворец, таки приїде в Київ і зробить це в самое-самое ближайшее время. Правда, приїде поки один без своїх войск. Однако от самой идеи Эммануэль не отказался. Как сообщает издание Independent, иностранный легион будет отправлен на допомогу ВСУ, ежели армия России, вы не поверите, вплотную подойдет к Киеву или к Одессе, то есть к исторически русским городам. Этим инсайдом поделился национальный секретарь французской коммунистической партии Фабьен Руссель после встречи президента с лидерами политических партий. Но в Минобороны Пятой Республики тут же сказали, что слова Макрона неверно истолковали. Хотя французские военные к боевым действиям готовятся прямо сейчас в учебном центре на востоке страны, отрабатывают элементы противостояния, как заявлено официально, с противником, который может сравниться с Францией по огневой мощи. Прямо про Москву речь не идет, но не с Берлином же Париж собирается воевать. Более того, Франция, по данным Политико, готова даже создать военный альянс с прибалтами ради победы над русскими. Франция и справді розпочала підготовку до створення альянсу, який за потреби буде готовий відправити солдатів в Україну. Найбільше ідеї Макрона підтримують у Варшаві та країнах Балтії, що не дивно, зважаючи на їхню вразливість перед Росією. Французи вже обговорили із балтами варіанти майбутньої коаліції. Балтійські країни похвалили їх за нестандартне мислення. Але ж пропагандисти на те й пропагандисти, аби перекрутити інформацію і заявити, що це Франція начебто домовляється із країнами Балтії про поділ України. Війська НАТО на Україні можуть з'явитися тільки при одному слові.
Если будет принято окончательное решение о разделе Украины и обозначены границы, по каким границам эта страна может быть разделена? То, что говорила Россия в отношении целостности и суверенитета, который может гарантировать только Российская Федерация, это было на самом деле правдой. Они в это не поверили, но вот сейчас они могут стать свидетелем. На самом деле я не исключаю, что может быть на каком-то этапе войны все-таки то, что много раз обсуждалось, да, возможность там каких-то границ Западной области или еще кто-то, может быть, попадет под протекторат или войдет в состав Польши. Эти же картинки нам рисовали не один год, не один год. При таком условии, да, войска НАТО, возможно, там будут. И по поводу раздухарившегося Макрона, который там заявляет о том, что все-таки могут направить французские не войска, а, я так понимаю, иностранный легион направить на территорию Украины. О чем вообще идет речь? Публичные заявления Макрона, его официальная позиция, и не надо бояться России и так далее и тому подобное, это заявка на лидерство. Это внутриевропейская конкуренция между немцами и французами. Просто он такой ценой пытается сделать эту заявку. Но опять же, это заявка не на право пойти и умереть на Украине за интересы Украины. Это заявка на то, чтобы усилить свое влияние на Украину, и таким образом попасть за стол переговоров при решении вопроса раздела этой страны. Они считают, что они нам предложат некую сделку. То есть они ведут войска на Украину и скажут: ребят, а зачем нам воевать? А давайте договоримся, кому что, и спокойно поделим территории. Они хотят вариант по принципу «вам капля, нам море». Ну вот вам Крым, да, сухопутный мост, ДНР, ЛНР. А остальную Украину мы забираем себе. А на остальной Украине мы завтра поставим ракеты в Харькове, в Сумах, которые будут представлять прямую угрозу для нашей, для всей европейской части нашей страны. Не только это, они не глупые люди, они разрабатывают и другой вариант. Ага, если это не получится... Ну, давайте хотя бы выторговаем себе лучшие условия. Всю правобережную Украину нам, НАТО, а на левобережной Украине, например, оставим себе зазор в виде Чернигова, Полтавы, в идеале Днепропетровска. Как такой плацдарм на левом берегу Днепра, который все время будет для нас угрозой. То есть они хотят повторить то примерно, что сделали поляки в 1920 году, по итогам Советско-Польской войны. Провели к западную границу, поделили Восточную Европу, но рядом с Минском и рядом с Киевом. Вот они хотят примерно зафиксировать будущую границу так, чтобы она была максимально невыгодна России и максимально приближена к нашей территории. А, то он воно що, Європа просто хоче окупувати українські території? Так, а чому тоді така істерика? І я не розумію, чому це друга армія світу боїться якогось європейського контингенту, який, за їхніми словами, і так вже давно воює в Україні. Ну, ми ж знаємо, що були і французи, були і англічани, і американці, кого тільки не було. Кстати, німці теж були в рядах ВСУ, так називаємо добровольці і найомники. У Франції взагалі є легіон. Легион Франции. Мы добровольцам и наемникам, наверное, уже не удивляемся, особенно после уничтожения в Харьковской области тех самых Разумеется, французов. Но... Еммануель Макрон за 2 роки пройшов шлях від «Захід не повинен принижувати Путіна в Україні, щоб зберегти шанс знайти дипломатичне вирішення історичної помилки вторгнення» до «все можливо, якщо це корисно для досягнення нашої мети, аби Росія не виграла цю війну». И такая эволюция только на користь Украине. Специальная военная операция уже давно оказала очень позитивное воздействие на нашу внутреннюю жизнь. Долбить по нашим деревням – это нормально? Да, ситуация действительно ужасная. Тёткина будет проведен референдум. А виходи Тьоткіна з составу Російської Федерації. Вічно можна дивитися на декілька речей. Як горить вогонь, тече вода і, звісно, як волають російські фейкомети через те, що їхня спецоперація йде по плану. Я реально не розумію. Я не розумію, як регулярно йдуть удари по Білгороду. При такому положенні діл грішно було б не використовуватися ситуацією для українців, не створити якусь там групіровку в 20-30 тисяч чоловік, и не начать движение прямо на Москву. Потому что, начав движение внезапно, вполне можно
за одну ночь ворваться в Белгород, Курск и даже Орел. От російські добровольці теж так подумали і тому продовжили свої рейди на російських територіях. Операція зі звільнення Курської та Білгородської областей триватиме до досягнення всіх поставлених цілей, заявляють представники російського добровольчого корпусу та Легіону Свободи Росії. А там, дай Боже, і на Москву. Що стосується Білгорода, ситуація дійсно ужасна. Жителям Білгорода держаться для того, щоб прекратились эти террористические атаки. Очевидно, нам придется освобождать и делать это наверняка в ближайшее время Харьковскую область от хунти Зеленського. Як ви вже знаєте, у Білгородську та Курську Народну Республіки зайшли повстанці, які виступили проти режиму Путіна. Їм вже вдалося просунутися на кілька десятків кілометрів углиб російської території та навіть взяти полонених. Їх передали українській стороні для поповнення обмінного фонду. Крім того, добровольці знищили декілька складів з боєприпасами, техніку рашистів та й самих же рашистів. Але на болотах, як завжди, потерь нет, прорив остановлен. Вилазка українських терористів на територію Росії повністю провалилася. Готовящиеся атаки сразу з трьох направлений російська розвідка знала заранее, знала і підготовилась. Нападение успешно отразили підрозділення Западного воєнного округа і погранслужби ФСБ. По диверсантам открыли шквальный огонь, ВКС, ракетные войска, артиллерия, тяжелые огнеметы. В ходе боя ВСУ потеряли 234 террориста убитыми, 5 танков, 3 американских БМП, Брэдли. Остались гореть в районе населенного пункта Сподарюшина, это Белгородская область. Еще 2 танка, 2 БТР уничтожены в окрестностях населенного пункта Нехотеевка. Подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях. Попытка настолько сорвана, что уже наступного дня місцевим чомусь довелося чути бахи та те, як падає град. Сыр взвешивала, ну тут начались бахи, они присели, убегайте. На этом самом я, градами опять обстреляли. Вот так выглядит. Балкон у меня, теперь вид панорамный. А долбить по Белгороду – это нормально? Долбить по нашим деревням – это нормально? Так працює карма. Соловйов. А батальйон «Сибір» і представники легіону та РДК неодноразово попереджали, що будуть знищувати вогневі позиції окупантів, звідки ті обстрілюють Україну. Навіть закликали населення евакуюватися. Ми вимушені відповідати і наносити відповідні удари по воєнним об'єктам на території цих регіонів. Руководство этих областей проигнорировало наше предупреждение. Никаких мер по эвакуации мирного населения Белгородщины и Курщины предпринято не было. Російські окупанти не дослухалися до цього повідомлення. Тож, коли РДК зайшли на територію тимчасової Росії та почали працювати, місцеві злякалися не на жарт. Руки затряслися навіть у Скабєєвої. Ну, короче, свалювати люди на паніки вже. Нічого ми не робимо. На связи не был. Ну, сейчас, да. Не знаю, в какой коровник прислал Сарафан 4 полета. Будь на связи. И не ладь там долго. Давай! Появляется в том числе видео свидетельство ужаса, который прямо сейчас разворачивается на границе с Белгородской областью. Министерство обороны сообщило, что утром наши ПВО уничтожили 8 реактивных снарядов, которые были выпущены со стороны Украины. Ну, знову ж, атаку так відбили, що росіянам чомусь довелося перекидати свої резерви у БНР. Я не буду називати міста, откуда сняли, які підрозділення. Вони були переброшені. Из не сняты с линии фронта, а переброшены из резерва для того, чтобы совершить, ну, приобрести свой боевой опыт ведения засадных действий, великолепно справились. У цей самий час пропагандисти, які своїми язиками усі атаки відбили, намагаються з'ясувати, а для чого це все відбувається? Який у нас задум? Поселок городского типа Теткина. Да, в которой четырежды штурмовали, я считаю, был одним из главных целей вот этого попытки прорыва наших границ. Это было связано с тем, что те, которые штурмовали Белгородскую область с трех направлений, должны были создать иллюзию, что огромные силы пытаются прорваться, чтобы мы туда стянули резервы, а в это время захватить Теткино и
пока шли вот эти бои, кстати, на украинских пабликах распространялась информация, что в Тёпкино будет проведен референдум о выходе Тёпкино из состава Российской Федерации и организации Курской автономной республики. То есть даже показывали бюллетени на русском языке, что вот там народ устал, как говорится, от того, что Россия их не может защитить. Там было еще круче. В какой-то момент появилась информация, что Тёткино захватили, там почти дошли до Урала. До сих пор у них это, они его... Куда-то в сторону Магадана, все. Да, то есть у них там до сих пор... Поработили на полном серьезе. Да, и Тёткино отделило, создав Курскую автономную республику, которая, конечно же, войдет в состав Украины. Ну да, мы понимаем прекрасно, мы готовы были к этому. И причем заранее тут мы обсуждали, что обязательно будут подобные провокации. Было бы странно, если бы вот эти самые Ряжины, ГУР и прочие... Более того, фиксировалось скопление сил в Белгородской границе. Все понимали, что они обязательно устроят... Это отвлечение наших сил с четырех наиболее острых направлений. Это Херсонщина, Запорожье, это Донецк и Харьков. Вот. И так как это наиболее близкая территория, которая является, особо чувствительной для нас в данный момент. Если они захотят войти сейчас в Белгород или в Курск, у нас что, там войска стоят? І війська стоять, і зуби драконів за мільярди рублів. І взагалі не переймайтеся ви так. Он Лавров сказав, що спецоперація позитивно впливає на росіян. Спеціальна воєнна операція вже давно оказала дуже позитивне воздействие на нашу внутрішню життя. Спеціальна воєнна операція небувало сплотила наше общество. От тільки я одного не розумію. Тут вже наче і потужні бойові дії йдуть на РФІ. І начебто окупанти мали б захищати свої території. Але ні. Їм на своїх місцевих начхати. Вони й далі мріють та розмовляють про захоплення українських земель. Вони ж хочуть зайти і захватити хоча б одну деревеньку і сказати, які у них там вибори. Ми у них на території воюємо. Що вони там намагаються легалізувати і зробити взагалі законним? Хотя, собственно, мы свое решение приняли, мы воюем за свободу, нам еще освобождать от оккупантов город Запорожье, город Херсон и территорию Донецкой Народной Республики. Поэтому, сколько людей еще освободить на Украине предстоит, обращаются же люди и говорят, мы хотим свободы, мы не хотим быть порабощенными Западом, и Россия, мать городов русских, как это, или Киев. Так и есть. Киев был когда-то, а Россия сейчас... Россия мать всех россиян. Да. Вне зависимости от их веры... Всех русских. Вне зависимости от их вероисповедания, национальности и гражданства. Да, да. Не піддавайтеся ворожій пропаганді. Дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише офіційним джерелам інформації. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.